осваивается. Она транзитом будет. С качественно новой для Курагинского района технологией заготовки кукурузы на корм ознакомилась глава района Любовь Заспа, побывав в селе Березовское. Заготовка качественных кормов является важной задачей для акционерного общества «Березовское» в связи со строительством животноводческого комплекса на 2300 коров. Хозяйство планирует заготовить не менее 1000 тонн такой массы. Глава района посетила строящийся комплекс. Ожидается, что объект будет завершен до конца 2022 года, а с 2023 года комплекс начнет заполняться новым племенным поголовьем скота галштинской породы. Глава района побывала также и на строительстве служебного жилья. Акционерное общество «Березовское» решает вопросы кадрового обеспечения, в том числе путем строительства служебного жилья. Так, в этом году будут введены в эксплуатацию один четырехквартирный дом и один двухквартирный для работников хозяйства. Жилье было построено по краевой подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» из расчета 50% стоимости строительства за счет собственных средств предприятия и 50% стоимости было компенсировано из краевого бюджета.